Лето подходит к концу, а значит и завершаются и работы по благоустройству на нескольких площадках в Сургуте. В этом году финальный этап строительства выполняют в сквере у Дворца торжеств. По словам подрядчика, осталось только уложить тротуарную плитку и установить мафы. При этом готовность проекта пока оценивается в 48%, а по контракту уйти с площадки строители должны к 15 октября. Опасения, что сроки будут не соблюдены, высказал глава Сургута Андрей Филатов на городском штабе по благоустройству. Специалисты подрядчика и управления капитального строительства заверили, что рисков нет и все будет завершено в срок. С опережением сдали спортивную площадку на Сайме. Объект уже готов, прошел приемку, сейчас ведутся работы по передаче его муниципалитету. В этом году в экопарке также должны смонтировать спуски к воде. Однако пока строительство лестниц к Сайме еще не началось. Хотя по контракту все должно быть готово к середине октября. Дали заблуждение не буду. Думаем, что сместимся вправо. За месяц не успеем. Но, возможно, это будет дней 10 плюсом. Так, есть технические задержки. Это поставка материала осуществлена. А, то есть закуп уже, да, материал закуп. Закуп осуществлен, но он не в полном объеме. Сейчас доходит последний материал. Вот. И мы предполагаем, что сначала сентября приступим к объекту. На смещение сроков работ повлияли и независящие от подрядчика причины – уровень воды в реке. Из-за этого пришлось пересматривать некоторые технические решения. К реализации еще одного крупного проекта приступили в этом году. Это сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина. Его будут застраивать в два этапа. В этом сезоне выполнили земляные работы, проложили сети, подготовили основания под малые архитектурные формы. Сейчас устанавливают бордюры и тротуары, а уже в следующем году появятся фигуры, что станут главным украшением территории, в их числе амфитеатр. Кроме того, до конца сезона у мэрии есть амбициозный план по возведению еще одной рекреационной зоны. У нас планируется благоустройство в этом году исторического сквера в 27-м микрорайоне. Проектные работы у нас планируется. У нас еще документация находится. Это инициативный проект. В этом году надо было и запроектировать, и построить. В связи с этим проект уже мы выпустили. Сейчас находится в полномочном органе закупка. Соответственно, проводим закупку в сентябре, заключаем контракт и в октябре выполняем работу.